О происшествиях. Сегодня около 10 утра в 12-м А-микрорайоне случилось крупное ДТП. Водитель автобуса Grand Bird, выехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Toyota Mark II Qualis. В результате данного дорожно-транспортного происшествия травму получили водитель и пассажир автомашины Toyota. Они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. На текущий момент сотрудниками госавтоинспекции по факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автобуса. Сейчас инспекторы изучают запись видеорегистратора, находившегося в «Тойоте».